Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Посмотрите на эту красавицу. Я недавно мыла окна, но у нас дождик был дня два назад. Сегодня температура до 18, до 20 градусов тепла. Сегодня просто лето. Вот она на солнышке. У нее такая специальная подушечка у Рэмы. И на подоконнике. Видите, вот это подоконник. Она здесь. А мне надо будет сейчас слегка подбелить, кое-что подкрасить, открыть окна. И оно быстренько-быстренько все высохнет. Потому что я сейчас дома не успеваю. А мальчишки мои, они не знают, где надо подбелить, где надо подкрасить. А я не могу. У меня каждый год везде должно быть что-то, какое-то обновление происходить. Недавно девушка мне написала одна. Ну, так мы с ней зацепились, слово за слово. Она мне на личку пару писем, потом кое-как. Когда меня обижают, знаете, я не обращаю внимания. Но когда идут уже на семью всякие разные такие слова, я, конечно, объясняю. Я стараюсь объяснить человеку, чем чревато, допустим, угроза мне или в адрес моей семьи, и что она потом пронаблюдает и увидит это в своей жизни. Как женщина одна, которая с грязью когда-то выступила год назад, через месяцев шесть она мне написала и сказала, что там ты ведьма или что. Я говорю, вы опять рискуете. Я никакая не ведьма, но у меня есть очень мощные, скажем так, защитники, это ангелы. Господь просто не позволяет в мой адрес никаких угроз. Просто не позволяет. Он этих людей как гнит щелкает. Вот именно как гнит. Вот есть вши, гниды. Вот он их просто уничтожает. И все. И на этом все. Или, знаете, как средство по уничтожению гнит, вшей и блох и всякой нечисти. Побрызгал, и вот собачка чистенькая, хорошенькая, гавкай себе, набирай новые блохи. Потому что я от души хочу помочь своей семье. Ко мне присоединилась уникальнейшая интернет-семья, уникальнейшая, потому что люди на моем канале душевные и духовные. Это очень важно. Конечно, дикость, когда приходит кто-то первый раз на мой канал, и они не понимают, что происходит. Что это за канал такой страшный? Все друг друга благословляют. Только добро, зло не позволяют. Мата нет, просто все в шоке. Потому что у людей уже так сложилось, что они требуют, я имею в виду людей из бывшей совдепии. Нет, 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 такого на английском моем канале такого нет. Там всегда только добро. Там никогда не бывает угроз. Упаси Боже, чтобы на моем английском канале какой-нибудь человек из Лондона, из Оксфорда или еще написал бы мне угрозу. Вообще упаси Боже. Или чтобы на английском канале американец написал угрозу мне. Почему так происходит, я не знаю. Только на наших каналах требуется мат. И если нет мата, если только добрые комментарии, то люди недоумевают. Вот это как раз наследие. Вот это наследие совдепии. Именно такое наследие. Бог, он восстанавливает гармонию общения между собой и людьми. И когда мне пишут и говорят, я верующий, но то, и дальше угрозы и грязь, ну какой же ты верующий? Каким бы вы верующим не были, если у вас идут угрозы, если у вас идет злоба, если у вас из вас идет эгоизм, то грехи вот этого непослушания Божьего, грехи вот этого эгоизма, именно эти грехи воспрепятствуют вашему воскрешению. А наша суть в чем? В том, чтобы не задержаться, не дай Господь, в аду. Знаете, если вы верующий вообще
человек. Вы легко узнаете, вас будет обитать та же самая жизнь, которую Бог дал Иисусу, когда воскресил его из мертвых. Тот старый грешник, которым вы некогда были, он умер. И внутри вы стали новым творением. Это если вы верующий. Вы просто наполнены Божьей жизнью воскресения, но грех непослушания и эгоистичная плотская жизнь, они помешают этой жизни воскресения течь из вас. Грех злобы, он помешает этой силы течь из вас, понимаете? Каждое матерное слово, не только в мой адрес, нет, вообще в адрес кого-либо, любого творения Божьего, каждая гадкая мысль, вот почему, ну, вор, негодник, человек с плохими помыслами, злой человек, обидчик, он никогда не попадет в рай, никогда. Только если он покается и больше никогда не повторит, то есть от чистого сердца, а не так, что пришел в церковь, как бы очиститься нас, а вышел и то же самое делать. Нет, нет, так не получится. На компромисс на такой Господь не идет. Господа нельзя купить за деньги, Господь не коррупционер. Коррупционер – это красивое слово, придумали люди, а на самом деле это просто вор. Это просто вор в огромных количествах. Вор-бесстыдник, например, когда на чужом горе делает деньги, или на здоровье людей делает деньги, или человек пришел мудрость получить, а он ему не дает, а только деньги, деньги, деньги и так далее. Вот грех, он отделит вас от силы Божьей, хотя вы рождены свыше. Жизнь воскресения не сможет работать в вас, если вы живете во грехе. Вы не победите грех, просто пытаясь не грешить. Вот пытаясь не грешить, не победите. Вы побеждаете его, ходя в той новой жизни, которую Бог вложил внутрь вас, как бы проводя время в Слове Божьем, в молитве, и еще плюс ко всему, вера без дел мертва. Просто вера не спасает, просто дела не спасают. Верой будете спасены, но здесь на земле вера без дел мертва. Еще раз повторю вам библейские слова. Вера без дел мертва. И когда вы будете делать это, Дух Божий укрепит вас и поможет вам свергнуть, просто свергнуть с себя этот грех. Посмотрите, как детки замечательно играют, тепло, хорошо, просто прелесть, любо-дорого смотреть. А здесь сопит Рема, поэтому вы не обращайте внимания. Вот она отдыхает тут. Да отдыхай, отдыхай уже, я тебя не трогаю. Возле лаврового листика. У меня здесь лавровый куст растет. Мне сейчас его нужно будет скоро пересаживать. А вот она отворачивается, чтобы я ее не трогала. Прямо в куст уперлась. Такая Рема, поэтому она здесь сопит. И вот я вам о чем говорила вчера, рассказывала, показывала женщину, одна пришла женщина с бутылкой, с сигаретами, села возле детской площадки и давай одну за одной сигарету и запивать. Вот. Я же говорю, у нас тут все время детки, детки. И когда на детской площадке с бутылкой вот этот вот страшный алкоголизм, причем она это делала рано утром, представьте, уже с утра. А вот у нас с утра мамочки приходят. И мамочки проходили мимо, потому что, ну, они не хотели многие, чтобы дети их видели вот это вот чучело, да, которое с бутылкой, с сигаретами и так далее на детской площадке. И мне пишут, не суди, как всегда, ну, знаете, да, бесы, они ж, знаете, они хорошо знают Библию, но они не знают, куда какое слово тыкнуть. Им кажется, вот они когда произносят эти фразы, то рядом люди, которые читают комментарии, думают, да, действительно, вот
А люди, которые не... Но эти люди читают комментарии, но не читают Библию. И они не знают, что вот это «не суди, да не судимый будешь» — это совсем не то. У меня было одно видео, где я подробно рассказывала, что такое, где в Библии четко написано, что надо обличать, обязательно надо обличать. Надо обличать и давать мудрость людям, и обличение, и судить. Это не одно и то же. Судят – это действительно люди, у которых есть власть вас судить. И они как раз должны себе весы вешать, да, на суде, что и писать такую фразу: «Не суди, да не судимо будешь», чтобы все время у них в голове оно было, что если ты неправомерно или как-то так неправильно осудишь человека, то да. Либо когда ты обзываешься, да, когда ты матом покрываешь, вот это ты уже осуждаешь, проклятие кладешь на человека. А когда ты противостоишь тому, ты защищаешь своих детей от грязи, а это самая настоящая грязь, когда твои дети играют, наслаждаются жизнью, радуются и видят модель поведения рядом сидящего, сосущего алкоголь и бухающего, и курящего. И эти дети растут, и они, если растут в такой среде, что вокруг сидят все с бутылками, для них это нормально будет. Просто для них эта жизнь будет нормальной. Они сами по этой модели точно так потом будут делать. Если же ребенок растет и он понимает, что на площадке нету никаких ни пьяных, ни курящих, что чистенько, хорошо, никто бутылки не бросает, никто сигареты не бросает, они понимают, это правильная модель. Это есть хорошо и это нормально. И когда они вырастут и увидят, что с бутылкой или с сигаретой кто-то бросил на площадку, то эти детки обязательно скажут: нельзя, этого делать нельзя. У них другая, потому что в голове модель. Поэтому мне там какая-то или какой-то написали, они никнейм могут ставить любой, женский, мужской. В общем, это все равно бесовские люди, которые... Это бесовские отродья, а не люди. Это не люди. Потому что, ну как человек может сказать, какое твое дело? Это ее личное дело, это ее личное право. То есть бухать на детской площадке в общественном месте, и это бесовское отродье, мне говорит, это ее личное дело. И я сразу говорю прочь. Бесам я всегда говорю прочь из нашей жизни. Не место тебе на детской площадке. Прочь. Видите, как бесы, они еще и отвечают. Но когда ты им шанса не даешь, а я так и пишу, я тебе шанса не даю. Прочь из нашей жизни. Ты не будешь на детской площадке бухать и курить. Ты не будешь. Где буду видеть, там и буду давить. Прочь. И, конечно, поджав хвосты, бесы от меня скачут в стороны. А кто позволяет, вот с теми они, конечно, пробираются в их жизнь. Кто, а кто им еще и объятия открывает, о, вот там они работают. Там они вовсю работают. А потом эти люди, у которых уже вместо жизни полное опустошение, они жалуются. И знаете, кого они винят? Догадайтесь, в своих болезнях, которые они получили именно благодаря курению, алкоголю, наркомании, неправильному питанию, которое они в рот себе закладывают. Кого они винят своим? Конечно, они говорят: Бог, как вот он, понимаете? И я поэтому врата открываю Духу Божьему, он мне помогает укрепляться и убирать, свергать, вот именно слово свергать с себя грехи. Но помните, что сам по себе Дух Святой не усмирит ваши прежние плотские привычки, потому что Он будет ждать именно вашей инициативы. Господь насильно ничего не делает и никого не приглашает в рай. В рай могут попасть только
люди, которые прочитали правила. Без этих правил, нарушая эти правила, они не попадут в рай. Это 10 заповедей и заповедь Божьей любви. Люби ближнего своего, как самого себя, и плюс 10. Прочитайте эти 10 заповедей и напишите их дома, чтобы эти заповеди знали все, абсолютно все. Только так и никак иначе, ваша инициатива. И потом он даст вам силу выполнить ваше решение. Он научит вас, как ходить в той новой жизни, которая находится внутри вас. Сделайте сегодня первый шаг. Просто попросите его о помощи. Это уже будет первый шаг. Скажите: Господь, я хочу каждый день переживать силу этой новой жизни. А также жестко, отчаянно скажите: я принимаю решение свергнуть господство греха. Я провозглашаю себя мертвым для него. Я провозглашаю себя мертвым для греха и живым во имя веры, во имя радости, благодати. Во имя Иисуса сегодня я проведу время в молитве и в Слове Божьем. Делая это, я верю, что получу обновление Духа Святого. Я верю, что позволю течь из себя, через себя, той силы воскресения, которую Ты вложил внутрь меня. Вот только так и никак иначе. Есть Римлянам глава 6, стих 4, там написано: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Вот так написано, представляете? «Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы». Для чего? «Дабы как Христос воскрес». Поняли, почему мы крестимся? Вот в эту смерть, ведь на кресте его распяли. Что такое крест? Крест — это смерть его, распятие. Вот мы погребаемся в распятие. Для чего? Для чего он это сделал? Да ради того, чтобы воскреснуть из мертвых славою Отца. Так и нам ходить в обновленной жизни. Вот что говорит нам Библия в той части, где Новый Завет, Римлянам, глава 6, стих 4. Вот почему я именно посредством Иисуса Христа иду, и никак иначе. Часто меня спрашивают, очень часто. Мне иначе нельзя, никак не получится просто, настолько я грешна. Только посредством того, чтобы себя крещением облетести вот так вот в смерть, но только для того, чтобы воскреснуть и жить, и ходить в обновленной жизни. Как мне эта фраза нравится. Римлянам глава 6, стих 4. Я делюсь с вами. Это там, где Новый Завет. Без Слова Божия невозможно жить. Просто невозможно. Я не представляю, как люди живут и не могут провозглашать в доме у себя вот эти вот волшебные слова. Я не знаю, просто не представляю. Так, ну что ж, мне пора. Сейчас я допиваю чашечку кофе. И я убегаю, друзья мои. У меня сегодня очень важное мероприятие. Мероприятие, где я должна заработать хорошие финансы. Думаю, кто это идет? А это мой сосед идет. Это мой сосед идет. Хороший, кстати, мужчина, очень хороший. С той стороны у него, он прямо под окном сделал очень симпатичный дворик. И собачка у него есть, овчарка. И вообще он очень добрый человек. Очень добрый парень вот этот, что прошел с первого подъезда. И супруга у него замечательна. Вот. Да, жарко. В общем, надо сейчас окна все открыть. Надо побелить. Вон, разделся, видите, мальчик совсем в курточке. Руль курточку несет в руках, потому что сегодня, ну, 18 градусов. Какие курточки? Какие курточки? Он деткам, конечно, радость, просто раздолье. Как я люблю детей, как я люблю вот эти вот новые жизни. О, Рема, ты что? Она прямо голову положила на этот, на мой лавровый лист. Так, сейчас я уберу.
Сейчас я уберу. Ты что, туда не надо голову класть? Сейчас я уберу. Так, ну все, дорогие мои, я вас всех люблю. Будьте благословенны вы, ваши близкие, здоровья, любви, радости я вам желаю. Пусть ваши дети, пусть ваши внуки станут вам благословением в жизни. Только благословением. Не давайте шанса никаким бесам проникать в вашу жизнь. Никому. Пока-пока.